Мы находимся на выставке MetaExpert, говорим с нашими гостями. Ян, расскажите, что вы делаете на выставке и какие у вас впечатления от выставки MetaExpert? На выставке выставляем продукты, очевидно. У нас много контактов, мы очень довольны и очень позитивная обратная связь о выставке. Советуем всем участвовать. А как вам аудитория, которая пришла сюда? Как вам уровень? То есть находите ли вы каких-то клиентов, партнеров, какие-то коммуникации? Без сомнения, партнеры найдем, нашли. То есть есть текущий партнер, есть новый партнер, есть люди из регионов, которые нам тяжело охватить и с которыми могли бы и встречаться здесь. А что вы представляете, что вы показываете аудитории? У вас какой-то стенд, у вас вы что-то представляете, какие-то продукты? Ну, конечно, мы представляем наши макаронные изделия, да, плюс у нас там повар работает, приглашаем всех с 11 до 5, исполнение макаронных изделий в разных вариантах и разные качества, и разные бренды. А почему вы выбираете работу с Метро, с компанией Метро? Почему она вам важна или полезна? Потому что Метро – это хороший агрегатор, который помогает строить довольно быстро дистрибуцию и быстро запустить во всех каналах России какой-то или иной продукцию. Спасибо большое. Не переключайте, скоро включение с нашими новыми гостями и экспертами.